Вы на канале «Умно и разумно». Поговорим о 5 способах, как притянуть деньги чисто по-женски. Первое. Настрой на Вселенную и восторг от себя. Способность настроиться на свое женское начало и при этом осознать себя истинной женщиной по своей природе. Перестать пребывать в мужских энергиях, при этом ощущая себя суперменом, который делает все сам, а в нашем случае сама. Начните радовать и баловать себя разными мелочами. Больше вкладывайте в свое обучение и в уход за собой, и также за своим прекрасным телом. В новую одежду это очень важно для каждой женщины. Когда женщина настраивается на свое начало и действует таким образом, она настраивается на некие ритмы Вселенной, и весь мир помогает исполнять все ее желания. Все приходит легко и без каких-либо усилий. Второе. Развиваться творчески. Занимаясь своим любимым творчеством, которое приносит вам восторг и радость, вы настраиваетесь на свою природу. Очень важно при этом найти именно тот аспект творчества, который будет приносить вам радость и давать толчок к дальнейшему вашему развитию. Через творчество идет сама реализация. Третье. Дарить вокруг только радость. Одна из предназначений женщин – это дарить радость. Когда женщина настроена на свои собственные природные ритмы, когда она спокойна, счастлива и довольна, тогда она излучает море любви и света вокруг. Но радостной, довольной и счастливой в первую очередь мы делаем себя сами, так как если внутри себя нет таких эмоций, то ни один мужчина и человек в мире не даст вам этого. Все идет через свой внутренний мир. Большое заблуждение женщин: я встречу мужчину, выйду замуж и буду самая счастливая женщина. Неправда, это миф. Пока нет гармонии внутри себя, никто и никогда не сделает вас счастливыми. Найдите эмоции в себе, фокусируйте на них свое внимание, развивая их, и тогда вы станете самой счастливой женщиной на свете, даря любовь и свет своему любимому мужчине и всем вокруг. И ваш мужчина сделает все для вас. Четвертое. Носить хорошее белье и чулки. Покупайте себе всегда дорогое белье, самое красивое и самое лучшее. Женщина в красивом белье и чулках незабываемо. Если в вашей жизни на данный момент нет того, кому это показывать, одевайте это для себя. Поверьте, ощущения от себя самой в красивом белье будут самые сказочные. Пятое. Просить помощи у мужчин. Даже самой сильной женщине нужно учитывать этот аспект. Иногда просить помощи у мужчин, даже незнакомых. Поверьте, мужчины всегда с радостью откликаются на такие просьбы и с огромным удовольствием помогут вам в любых мелочах. Научитесь с уважением и с вниманием всегда относиться к мужчинам, и вы увидите, они готовы всегда прийти к вам на помощь и выручить вас. Настройтесь на себя, на свою природу. Осознайте, что вы достойны самого лучшего в этом мире, всего изобилия и всех благ, и оно обязательно проявится в вашей жизни.